На встрече с главой города лидеры местных отделений КПРФ, Патриотов России, партии Роста, партии Яблоко и Российской партии пенсионеров. Юрий Поляков отметил, в Анапе сторонниками кандидатов в президенты Российской Федерации проведена большая агитационная работа. Но завтра, 17 марта, день тишины. Любая агитация запрещена. Избиратель должен быть защищен от давления. Обеспечение безопасности во время проведения выборов – еще одна приоритетная задача. Все избирательные участки приняты под круглосуточную охрану до окончания дня голосования. Вместе с тем, с 12 часов сегодня 4 группами кинологов проводится обследование всех избирательных участков на предмет обеспечения антитеррористической защиты. Глава Анапы еще раз призвал партийных лидеров проконтролировать соблюдение сторонниками кандидатов избирательного законодательства. Выборы в Анапе должны пройти честно и законно.